Наша мобільна журналістська група заїхала до Старої Авдіївки лише декілька годин тому, бо цьому району вдарили сепаратисти з важкої артилерії. Где провод горит? Вот, да, вот же столба лежат провода. Вот. Они под напряжением. Вот и. Постояли на машине, из машины достаточно. Вот, она. Что, вот ты нас ударила. Зайдите внутрь, посмотрите, что там делается. Что делать. Там? Встань на момент, не мешай. Тут ты не пройдешь, не проедешь. И тут все завалено. Да ну сделано, чтобы дверь тут не закрыла. Что ж они делали тут? Нашли кого бить бабку 80 годов. Так, все, 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 не голоси. Вон, посмотрите. Смотрите, и там окно спальни. Но я сидела на спальне. Тут напрямик. Вот на рваную. Я сижу там, на кроватке, этому вот постельку она. Послала. Вот, она. Вот там у меня оконушка, но наполовину загорожена. Сверкануло там и бахнуло. Ой, я вышла сюда, начала молиться, креститься, думаю, Господи, спаси меня и сохрани. Зашла и села. Ой, как еще раз бахнуло. Посыпалась, я выскочила. Там окна полетели в спальню. У спальни там тоже все. Окно мы заткнули. Ну, что могли, то убрали. Не видно. Казалось, может... відміни остатки осталися снаряди. Может быть и есть, ребята. Ну, где мы их видим? Дальга, посмотри, пожалуйста. А, у него больше. Может, сюда упало? Ничего было. Сначала начали тарахтеть, а потом какие-то большие прилетели, 4 или 5 штук, и все, и вот и произошло. Мы по дому побегали прятаться, куда не знали. Сильно страшно. Когда бежите уже бабушкой голосить? Мы вон с 86-го дома, вон. Там стекла посыпались. Баля, Анна Ивановна. Очевидно, пожалуйста, расскажите, как это произошло? Ну, мы как там, Катя были, как это произошло. Катя были, все. Ни с того, ни с сего, сразу расстреляли. Когда это было? То где-то уже около 6. Весь вечер, вот около 18. Ну, ну. Здесь, пожалуйста, это ваш дом? Да. А во сколько это произошло все? Да, где-то около 6. Вы где находились в это время? На химике. Вы в нем не живете постоянно, да? Нет, я живу и здесь, и на химике. Ну, на данный момент я был на химике. Собирался ехать уже сюда. Ага. Вот такая вот история. Какой у вас характер повредили? Ну, в кухне все там. Все в стекле, все, и мебель, и все. Ага. Это дом, как бы тоже дом. По мелочам. Стекла. А можете сказать, как вас зовут? Улик, Александр. Осколки летают. Давай это без него.